Здорово, бандиты и бандитки, с вами Спикер, и продолжаем выживать 100 дней при максимальной сложности в игре Sons of the Forest. Друзья, наступает 8-й день выживания. Сегодня мы не будем спать, сегодня мы идем в бункер. Он находится прямо в этом же бункере. У нас появилась ключ-карта, и как раз можем сбегать туда, поутать там, что есть интересного. Так, стрелы мы уже много сделали. Стрел у нас есть. Много всяких пушек уже набрали. Арбалеты, луки мы набрали. Но не хватает нам парочку, все-таки не хватает. Давай-ка сбегаем в этот бункер и посмотрим, что мы там сегодня найдем. Так, обмотаем все эти ящики. Спасибо за комментарий. Спасибо тебе за лайкосики. И, конечно же, что болеешь за меня. Но, друзья, я забыл забрать фонарик как раз у чувака GPS. Да, буквально, знаешь, проходил это место. Но я забыл забрать там фонарик. Потому что там много снега, потому что там не видно было его в снегу. Поэтому я забыл. Ну ничего, мы сбегаем потом. Мы сегодня идем в бункер. А сколько у нас времени сейчас? Было время. Ну да, в 20 часов нормально, как раз новая дверь. У нас есть ключ-карта. И 8-й день встречать будем уже в этом бункере. Бери вкусняшки, бери попкорн. Мы идем вперед. Ну, чудесно, открыли. А мне нужен, конечно, тут фонарик. Ну, давай хотя бы зажигалку. Но у нас есть уже. У нас, кстати, есть дробовик. Если что, можно будет отстреливать. Не жалеть патроны. А на что нужно выбрать? Давай на семерку возьмем дробовичок. Посмотрим, насколько он эффективен. Конечно, можно взять вот так. Первый раз мы рассматриваем его. А, тряпочки нужны. Всякие припасы нужны. Знаешь, главное все обсмотреть и ничего не пропустить. У нас тут спортзал какой-то. Возможно, много тряпок, кстати. Но они, наверное, потные слишком. Так, пепси, пепси нужно выпить. Давай-ка выпьем. Пепси тоже есть. Мутанты будут. Так, у нас тут стекло, там есть какие-то тряпки. Можно дело зайти сюда. Здесь, ну, возможно, йогой занимается. Какая-то еда осталась. Вот здесь можно, наверное, много тряпок обутать. Даже камни есть. Камни больше не вылазят. Конечно, удобно было с фонариком. Ух, чуваку не повезло, смотри. Плюха. Плюха прилетела. Так, у нас проход, походу, туда. И проход туда есть. Там манекены или мутанты стоят. А там, походу, мутанты стоят уже. Проход есть сюда. Так, здесь у нас бассейн. Ну, шикардосик, неплохо. И везде какая-то слизь. Словно мутанты вылезли из каких-то пещер, знаешь. Кстати... Моему другу Келвину такая штука очень подойдет. Надо будет сюда его позвать, Келвина. Он такие штуки обожает. Не только грибы, но и всякие такие плюшки. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Жалко, конечно, Патрики на этих маленьких. Оп, подлетел. Мне кажется, это будет мало. Нет, сдох. Такой нежданчик был, конечно. Что трясешь? Смотри, весь трясется. Ты чего трясешься? Успокойся, я с тобой. Здесь у нас ничего нету. А что, колбасит как? Здесь прохода никакого нет и ничего нет. Ну, окей, будем знать. Здесь ничего у нас нету, кроме двух пиявок и все. Ну, слушай, как оно подойдет? Смотри, и матрасик есть. Ну, чудесно все. Точно, нужно пригласить его сюда. Так, дробовик. Я хочу проверить, слушай, как тебе колбасит там? Из-за фонарика, что ли, так? Давай уберем фонарик. Смотри, все равно колбай. Все из 30 аж. Так, да, это ребята. Ну, в принципе, взять можно лук и стрелы. И издалека уже. Они, ребята, походу, еще дремлят, смотри. Он стоит просто. Манекен, нет? Оп. Хана. Так, второй просто ходит. Не ори. Громко не ори. Во-во-во-во, ребята проснулись. Ребята проснулись. Так, он встает, что ли? Лежать. Слушай, ну дробовик, в принципе, неплохо справляется с своей задачей. А ребята серьезные, смотри, это реально серьезные ребята. Так, есть какая-то одежда. Одежду заберем. Пригодится! Ничего себе, дробь выдержал. Еще разок. Ну, теперь он сдох. Так, еще одежда. Слушай, сколько одежды? Спортивная одежда. Так, пепси не хватает. А, броник. Броник, в принципе, пока что есть. Справляемся. Ух.
Интересно, а сколько патронов? Где патрики показываются? Сколько патронов? Смотри, заряжает нормально. Штук 7 точно зарядил. Берем броник, одеваем его. Идем дальше. Я чувствую, здесь большое помещение, большой бункер. Одежду взяли уже. Келвину можем подогнать одежду. Это уже здорово. Здесь у нас брусья. Здесь у нас какие-то записки. Записки собираем тоже. Пригодится это дело. Так, ты шкурку забери с него. И сразу нужно одеть это дело. Стрелы забрать. Ну, походу, все мутанты. То есть, понимаешь, это не аборигены, это именно мутанты. Они прошли сквозь пещеры и зашли в эти бункеры. Так, здесь у нас больше ничего не вижу. Ну, и еще парочку трупов, которые нужно обутать. Ну, где ножик? И, кажется, 5 броников у меня есть. Сейчас нужно одеть все эти броники. Неизвестно, что будет дальше. Пока мы собрали только одежду. Так, вот, о, сколько броников. Ты смотри, как нарядились-то. О, вот это да, ты понимаешь, слушай. Тут ребята еще отдыхают. Спортивные ребята были. Так, у нас здесь еда. Очень много пепси. Очень много шоколадок. Вот музыка у нас играет. Пускай играет. А у нас нет никакого прохода. Здесь у нас уже какая-то сауна. О, ребята откисли прям сюда. Большая сауна. Здесь должна быть какая-то одежда. Да, есть какие-то тряпки. Тряпки, одежда. Таблетки тоже нам пригодится. Кстати, есть не хочет, пить не хочет. Ну, в принципе, можно перекусить. Не вовремя, конечно. Решили мной перекусить здесь. Так, он один пришел. Его опять трясет. Смотри, как колбасит. Давай поближе подойдем. Вот так. Ну, все равно нужно 2 выстрела делать. Ух, все, откисал. Отдыхает. Так, как к нему подойти-то поближе-то? Броника мы здесь много наберем. И самое прикольное, друзья, знаете что? Понимаешь, когда перезаходишь в игру, все появляется сначала. То есть можно будет перезайти в игру, снова зайти в этот бункер. Вот так, пострелять в них. И собрать, конечно, много броника. Ребята отдыхают. Мы ищем интересный лут здесь. Может, какое-то новое оружие мы соберем. У нас ничего нет. То есть у нас есть проход. Мы здесь все это дело сейчас обутаем. Посмотрим, что у нас тут есть. Кровища много. Вон, двое ребятишек. О, погоди. О, кстати, стаки демон. Это демон, и нам нужен крест. Сейчас мы это дело как раз проверим. Ну-ка, давай-ка крестом. Он должен, по идее, загораться. Смотри, он боится его. Он боится креста, но он не загорается почему-то. Сейчас ребята меня, походу, кокнут. До крестом доиграть уже. Ему по барабану. Этот крест, походу, это не демоны. Но он боится, походу, его. Не, он боится вот этого. Точно боится вот этого. Этого он точно должен бояться. Кстати, сколько здесь будет броник? Один броник, что ли? С двоих один броник. Ну, хотя бы и так забрать. Хотя бы одну дробь потеряли мы. И взяли целый броник. Слушай, пока все чудесно идет. Мы расстреливаем налево и направо. Обутаем сейчас с этой стороны и пойдем дальше. Там какая-то лестница винтовая, большая. Здесь у нас ничего нету. Здесь тоже у нас ничего. Ну почему? Здесь какой-то лут должен быть. Тряпок какие-нибудь. Ни черта здесь нету. Здесь какой-то проход есть, кстати. Так, на полочках. О, на полочках. Видишь, одежда есть. Пижамка какая-то. Келвину как раз подойдет. На ночь будет он спать. Собирать грибочки и будет спать в пижамке ночью. Когда мы построим домик на стримчике. Так, здесь у нас ребята снова отдыхают. А, ну все, вокруг обошли. Пойдем наверх теперь. Лестница идет наверх, кстати. Можно перекусить. Как раз этим делом занимался. Когда мной хотели перекусить. Так, здесь у нас что есть? Мне нужны тряпки. Потому что тряпки очень большой дефицит. И они пригодятся, чтобы сделать, знаешь, факелы. Можно сделать перестановку маленькую. Так, с другой стороны. Тоже ничего нет.
Ничего нету. Так, ну все, в принципе, все облутали. Поднимаемся наверх. Интересно, а путь у нас обратно нужен этому ли путем? Или, возможно, будет выход где-нибудь? С другой стороны. Ух, а тут еще второй этаж целый. Ты смотри, какая красота-то. Так, здесь у нас алкоголь, который не берется, к сожалению. Такой бассейн. Но бункер реально большой. Там труп или не труп? Или просто какая-то фигура? Ребята отдыхали здесь, все чудесно было, смотри. Они все мутантами стали. О, Келвину, смотри, новая игрушка. Жалко, он не заходит в бункер вместе со мной. Он здесь точно повзвлекался. Да не только с грибами, но бы еще с всякими плюшками. Так, здесь у нас ничего нету. Так, здесь у нас проход, кстати. А новая карта или нет? А, у нас новая карта нужна. Ну окей. Пойдем посмотрим дальше. Тут всего лишь один проход сюда. Что у нас тут? Тут у нас целый развлекательный танцпол. Обалдеть. Тут у нас много алкоголя, монета, кстати. Так, можно сделать коктейль Молотова, в принципе. Тут ребята отдыхают, обалдеть. Смотри, гитара прям в харе. Ух, сколько денег, вот это да. Какие-то документы можно прочитать. Так, соберем деньги, они нам пригодятся в будущем. Слишком много алкоголя, и знаешь, жалко его терять. Можно накидать и сделать коктейль Молотова. Так бы сразу сделал бы все бы подряд. Он будет делать по одной. Вот так сделаем. Броника взяли много, чудесный, конечно. Броник, выйдем уже на поверхность, весь в брониках. Ну, еще пока это все, что ли? Максимально. Так, денег. Денег пособираем. Возможно, пригодятся в будущем. У нас какие-то еще стрелы были, что ли? Смотри, сколько? 167 баксов. Вот это богатый я на острове. Походу, самый богатый на этом острове. Так, здесь у нас тоже есть какие-то двери, которые не открываются, к сожалению. Здесь у нас тоже много денег. Так, таблетки. Таблетки можно, в принципе, использовать. Одежды никакой нету больше. Ну, кстати, одежды мы здесь набрали достаточно много. Всякое разное. Пижамка, спортивные костюмчики. Есть какие-то еще записки. Собираем все записки, потом дело посмотрим. А где карточка? Мне нужна карточка, чтобы попасть дальше. Пока что мы еще не нашли карточку. О, кстати, вот и карточка. Так, таблетки, которые не берутся. Забираем карточку. У нас есть две двери. И должны мы зайти в эту дверь. Там что тут под диваном? А, таблетки, которые не вылазят. Так, ну и все, в принципе. Здесь больше ничего нету. Кровища. Трупов мало, кстати. Больше крови. И у нас есть две двери. Одна дверь и вторая дверь. Так, давай-ка зажигалочку. Здесь у нас просто комната. Здесь у нас ребята отдыхают. Что у нас внутри? Таблетки, изолента. Это пригодится нам. Картечь. Вот это да. Вот это нужная вещь. Как раз зашел в бункер, пострелял мутантов, набрал броника и набрал здесь картечь. Смолы тоже пригодится. Смотри, сколько плюшек всяких. Здесь коробки не открываются, к сожалению. Тут у нас ничего нету. Здесь у нас тоже ничего нету. А здесь ребята отдыхают. А у него ничего нет, к сожалению. Знаешь, так и лежит, и должен, по идее, у него что-то быть. Но, к сожалению, нету. Так, идем дальше. У нас есть еще дальше дверь. Там у нас на стойке ничего нет. Все пусто. И зачем нужна была эта дверь, интересно?
Так, и движемся дальше. Нам сюда. Ключ-карта подходит. Чудесно. О-о-о-о-о-о-о. Спокойно. Можно сделать хедшотики сделать, и все им. Не тратить картечь. Просто в затылок. Одну стрелу и хана. Там сидит чувак или мертвый? Ну, как хорошо попали. Пока не стоят, можно забрать броник. Как раз. Чтобы не возвращаться. Так, идем дальше. Ну, он, кажется, дышит. Но ненадолго. О, промахнулся. Он опять сел. Он опять уселся. Все правильно. Так, все отдыхает. Так, забираем стрелы. Принтер просто чудо. Что мне делать? Стрелы не бегать, ничего. Напечатал, расстрелял и снова напечатал. Смотрю много всегда. Это реально топовое решение от разработчиков. Три броника сразу. Даже не потратили картечь. Так, все. Окей, идем дальше. Что интересно, там еще нас дальше ждет. Так, ребята отдыхают. Много крови. Много мяса. Возьмем все-таки дробовик на всякий случай. Зажигалку. Так, ищем еще одежду, ищем припасы. Ну, припасов, знаешь, много уже припасов. Так, патрики заряжены. Слишком много всяких записок. Очень много. Все нужно сидеть, изучать. На берегу. О, ребята. Возьмем все-таки стрелы. Тратить на них картечь, конечно, это не лучший вариант. Так, все. Забираем стрелы. И мы попадаем. Мы попадаем в кинотеатр. Смотри, какой стоит. Важный. Что-то как-то не агрессирует он. Абсолютно не агрессирует. Прям к стенке подошел на расстрел. Не будем тратить дроп. Не будем его недооценивать. Слушай, ну по барабану вообще. И мы все в харю, а он все стоит и стоит. Ну все. Оу-оу-оу-оу, мои стрелы. Прям в текстурку залезли. Так, забираем броник. Но походу это тупик. Там есть еще стрелы, он вижу, еще стрелы торчат. Прям в текстурку залез, и стрелы мои, походу, а он есть, можно забрать. Так, забрали, что смогли, то забрали. И здесь у нас, кстати, бензопила. То, что надо, чтобы, знаешь, строить. Так, сухую паёк, мы это нужно съесть. Давай-ка мы скушаем это все это дело. Забираем бензопилу. Она аккумулятор, но, как понимаю, и нужны батарейки. То есть обычные батарейки, которых очень много. Так, и здесь, походу, все, тупик. Нужно выходить из бункера или, возможно, спать. Потому что, не знаю, сколько сейчас времени, можно выпить энергетика. Так, это уже не вылазит. Ну, кстати, вот у нас есть пепси, как раз выпьем. Ну что, здорово, взяли бензопилу, в принципе, много одежды здесь забрали. Много броника набрали. В бункер нужный. Здесь больше никаких проходов нет, к сожалению. И нужно держать путь, наверное, обратно нам. Сколько сейчас времени? У нас 6 часов утра, 8-й день. Мы прошли тут целую ночь. Провели в этом бункере целую ночь. Набрали всякий лут. Ребята отдыхают. Здесь ничего у нас не валяется. Некоторые стали мутантами, некоторые не смогли. Возможно, их сожрали просто. Так, здесь я броник я забрал. Можно, кстати, одеть максимальный броник, который есть. Сколько у меня еще всего? 6 штук. Вот это да. Костяную бронь мы уже оставим. Так, зажигалку. Какие-то стены. О, Келвину. Много всяких плюшек. Так, ну и все, походу, нужно идти обратно. Здесь у нас путь только обратно. Много одежды набрали, можно отдать Келвину что-то. Знаешь, каждый день новую одежду отдавать Келвину. Сейчас мы выйдем из этого бункера. Возможно, еще что-то по пути обратно мы найдем.
Так, была тут газировка. А, здесь была музыка. И надо будет, кстати, бегать за фонариком в следующей серии. Как раз по пути побежим, мы дальше побежим по бункерам, собирать припасы, собирать нужный лут, чтобы выживать на стримчике. Восьмой день уже наступил, и примерно на десятый день мы сможем как раз все это дело облутать, все бункеры. Да, в принципе, больше тут ничего нету. Идем к спальному мешку, друзья, где мы начинали серию, и как раз будем заканчивать. Мы уже увидимся с тобой в новых сериях по выживанию 100 дней бессмертий при максимальной сложности. Спасибо, что смотрел до конца, и до новых встреч. Всем пока.